Всем всего доброго. С вами Стас Кобальт. Вы находитесь на канале Стас Кобальт. Всем добро пожаловать на канал. Ну, буду говорить сегодня про World of Tanks под свои какие-то бои, такие самые, такие более лучшие или там курьезные какие-то бои. Вот. Ну, сейчас будет первый бой на имбовом танке Т-54 областной. Играю без читов, без прем-аккаунта. Сейчас вот этот бой без голды. Вообще танк такой имбовый, поэтому такие нереальные бои на нем получаются. Вообще хотел поговорить о ситуации, ну вообще World of Tanks. Я уже говорил, ситуация вроде меняется к лучшему, но это происходит за счет чего? Вот я сейчас поиграл где-то уже почти недельку, да. Ну, какие-то выводы хотел бы сделать. Ситуация поменялась за счет чего? За счет того, что арты меньше стало. Вот сейчас в этом бою 3 арты, да, как бы, но все равно арты меньше. И поэтому ситуация меняется. Видимо, артоводы, они ушли как бы из игры. Вот что тоже не очень печально, что как бы не может это не радовать. Ну, кого-то радует, допустим, меня наоборот радует. Потому что я на арте тоже практически там не играл. Вот, ну, как бы и на ней не прикольно играется. Поэтому, ну, есть какая-то там прикольная арта. Там у меня есть любимая, да, там одна очень имбовая. Ну, раньше была, сейчас ее там понерфили. Вот, за французская. Вот, остальная там арта такая. Вот сейчас сам качаю десятую арту английскую. Вот, ну, качаю для чего? Там, для ЛБЗ. Больше у меня вообще арты никакой нет. Вот. Ну, ситуация поменялась, я же говорю, что, ну, как бы ушли люди, вот эти артоводы, как бы, поэтому заходишь, меньше арты становится, даже если 3 арты, как бы, она ничего не влияет на исход боя, 2 арты тоже, как бы, вообще ни о чем получается, вот, ну, арту можно было даже не трогать, я говорю, что можно было, как бы, как ее сделать, да, ну, вообще, арту не трогая, можно было сделать, чтобы 2 арты было, ну как, ну, заходишь в рандомный бой и у тебя там максимум 2 с той стороны, 2 арты с другой стороны и все, и 3 арты это уже чересчур и все, и вообще можно было ее не трогать. 2 арты как бы это не сильно, ну 1-2 арты они не сильно бы влияли, ну ладно, уже так уже поменяли как бы эти оглушения, вот оглушения эти вот эти вот, очень конечно неплохо сказываются на вообще на восприятие как бы самого геймплея, поэтому в основном-то как бы из-за этого менее она стала токсичной, что вот именно арта ушла. Вот такой вот танчик Т-54 областной, хотел бы вернуться, да, к бою. Довольно-таки неплохой. Сейчас вот я выкатился. Тут вот почти на середине стою под скалой, под камнем, да, сейчас. Вот, Шеридан там меня пытается пробить. Пушку, кстати, я только недавно на него поставил, буквально там 2-3 боя поставил пушку. Вот, до этого вообще со стоковой пушкой у меня там бои были там записаны. Ну, он и со стоковой пушки игрался очень здоровско там. То есть у меня двигателя нету, ничего нету, даже шасси нету. Вообще, ну-ка, практически голый, вот пушка только поставила буквально. Ну, тоже такой бой качели, как бы, бой такой вот, почему показываю, такой бой более-менее такой, то проигрываем, то выигрываем. Следующий бой я сделал там просто, ну, как бы, курьезный бой, там ничего такого, просто по тайпу 4-го, сейчас его качаю, хочу продать. Ну, качаю для чего? Чтобы Тай-5 взять, а там Тай-5, он как бы для ЛБЗ нужен. Поэтому качаю, хочу сейчас быстрее его выкачать, продать, там
2 дня према у меня есть. ЛБЗ сделал. Сейчас выкачу и продам. Быстренько. Ну, там один бой просто хотел бы показать. Конечно, танк вообще ни о чем. Я полбоя начну записывать, потому что там полбоя просто я не могу доехать до середины карты. Там еду, короче. Ну, сделаю с пол, короче, это самое, полбоя. Вот из-за этого, что у него скорость там вообще никакущая. А вот там поподробнее поговорю насчет вообще этого танка, насчет этого. Что вообще, ну, как бы сейчас, да, происходит, вот. Ну, поэтому я говорю, что токсичности меньше стало. А, вот, токсичности меньше стало. Вот, сейчас, видите, 8-8 счет, арта ничего не может решить. Вот, ну, понятно, что уже у них там 3 арты, ни о чем, да, как бы. Получается, бой. Вот, заметил, что вот сейчас 2 дня према взял на прем-аккаунте, не знаю. Но мне так показалось, что как бы и танк получше ездит, и работает, и двигатель получше, и побыстрее машинка, и непробитий становится меньше. Ну, не знаю, и во всяком случае я заметил такое, что на прем-аккаунте, ну, там гораздо как бы комфортнее играется, чем на базовом аккаунте. Вот. Поэтому тут тоже, конечно, это... получается, что за прем-аккаунт играешь, у тебя одна игра, а на базовом совсем другая. То есть на базовом ты больше потеешь, больше как бы не пробить, и больше это. На прем-аккаунте, мне кажется, более комфортно играть. Не знаю, сейчас еще буду 2 дня вот этих вот играть на прем-аккаунте. Буду смотреть по каким-то танкам. Вот. Ну, так вот кажется. Да. Вот. Поэтому говорю, что... Вот видите, сейчас как бы получается, и убиваю этот еще один ЛТ. Ну, вот. Просто вот этим танком своим, вот этим нереально имбовым. Просто практически голым. Ну, то есть на нем практически ничего нету. Вот сейчас пушку только недавно поставил. Вот. Ну, что касается вообще там это самое игры, что касается какой-то там вот токсичности, ну да, ее стало меньше, опять же я говорю. Ну, за счет того, что люди, скорее всего, артоводы, они ушли. Поэтому меньше арты стало. Вот, поэтому я говорю, что не забывайте ставить эти лайки, подписываться на канал. Будет много видео по танкам, по какие-то мои будут там размышления, там по улучшению этой игры как бы сделать, может быть там кто-нибудь прислушается. Следующий бой будет по тайпу. Вот бой по тайпу. Ну, тайп я прокачиваю, опять же говорю, что чтоб тайп 5, и чтоб там какие-то ЛБЗшки поделать. Вот, поэтому только для этого. Вообще у меня ОИ там такой крутой танк, я потом на нем что-нибудь сделаю, выложу. Очень такой здоровский танк. Вот он у меня покрашенный. Да, там. Ну, а так вот для ЛБЗ делаю, поэтому его прокачиваю. Так он вообще такой, ну, получается, бесполезный танк. Ему хотя эту пушку вот эту вот накрутили, но эта пушка вообще ничего не дает. Вот эта фугаска. Почему? Потому что у него перезарядка КД 20 секунд там. Со всеми, даже там, не знаю, там даже до и пойти там еще дополнительно, если поставить, и все равно там будет зарядка, это нереальная. Поэтому быстренько я сейчас его прокачиваю, продаю. Вот этот танк. Тай 5, может, гораздо лучше, там у него КД вроде поменьше, раза в 2. Вот. А на этом даже не могу ни ЛБЗ, ничего делать. Он вообще с этой пушкой, конечно, ну, могу такую обычную, как бы, пушку на него поставить. Но, опять же, хочется тут вот что-то сделать вот с этой пушкой, как бы, она новая. Но она здесь бесполезна, особенно с десятками. Они там вообще там по 100 хп отнимают, вот, поэтому... Ну, если поставить, конечно, эти голдовые снаряды, тогда будет какой-то, может быть, еще выхлоп, там, толк какой-то будет от этой пушки. А так, в основном, я говорю, так, пушка, в основном поприкалываться на этом танке и все, и потом продать.
Сейчас сделаю разворот, поворот на 360 градусов, вот сейчас буквально. Ну, такие повороты я, может, делал, может, они не так часто, просто поэтому выкладываю. Вот поворот делаю. Разворот. Думал, сейчас уже помру, но нет. Вот. Ну, не затащу, конечно, эту катку. Тут нереально на такой пандуре тут катку с такой скоростью, с такой... Скорость вообще никакущая, как говорится. Ну, взял вот прем этот аккаунт. Вроде он как поподвижнее становится, порезвее, но опять же толку от этого мало. Такой там. Сейчас еще и вот этот ахов меня попадет свой же. То есть как бы. Вот. А вообще люди вот так вот не пойму, как играют, потому что прорываешься в бой, а ну сейчас вот Ахо меня поддерживает, а в основном так идешь один там где-нибудь, и даже поддержки никакой никогда не бывает. Вот видите, там две ЛТшки, они стоят, мы тут с Ахо, как бы мы могли бы сейчас с ЛТшками тут пойти, тут устроить такой, этот, ну, как говорится, беспредел, а в итоге получается, что вдвоем тут приходится что-то делать, а эти быстренько сейчас они сольются и все. Вот такие бои, так что я говорю, что да, не поменялся этот ВБР, не поменялся ничто, ни патент, ничего, я ошибся, скорее всего, это из-за того, что арта ушла, поэтому как бы более комфортнее стало играть, эти артоводы покинули эту игру, и поэтому сейчас вот арты, она ничего не решает, здесь вообще одна арта в бою, поэтому более так это, а так ничего, да, не поменялось, ничего не это. Ну, ладно, ничего не поменялось, что будем ждать, будем надеяться на лучшее, что теперь делать. Вот такие дела, так что, ребят, буду какие-то там еще бои выкладывать, какие-нибудь интересные или такие прикольные. Вот. Может, даже какие-то ржачные там бои. Вот. Так что, такие дела, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Вот. Предыдущее видео у меня там хорошее, 7 киллов делаю. Так что буду играть, буду смотреть, что как, говорить, объяснять, может, по танкам каким-то разбирать, что как танковать там, как на каком лучше танке играть. Все, всем всего доброго. С вами был Стас Кобальт. Вы на канале Стас Кобальт. Если что, подписывайтесь. Ну, поражение, да, поражение. Но, тем не менее, вроде что-то тут поделал на этом практически бесполезном танке. Вот. Так что, всем всего доброго. Всем пока. И до следующего видео.